Друзья, всем огромный привет! Сегодня поработаем с обрезками ламината. Такой толстенький. Видео будет небольшим. Рассказывать ничего не буду, буду показывать. Так что поехали. Все элементарно, просто. Зачем выкидывать, когда можно сделать самому? Давайте посмотрим видео. Поехали!
друзья, ну по итогу у нас получилась вот такая вот бутылочница Винница. Смотрится оригинально. До 6 бутылочек можно поставить. Я надеюсь, вам понравилось. Если да, обязательно палец вверх, пишите ваше мнение. Согласитесь, зачем было выкидывать эти 2 куска, когда вот получилась оригинальная самоделка. Так что пишите ваше мнение. Вам же я желаю всем крепкого-крепкого здоровья. Всего самого хорошего. Не унывайте, все будет хорошо. До новых встреч. Пока-пока.